Сегодня и футбол сделает его только лучше. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Соперник теперь с мячом. Стартовый состав гостей.
Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше, чем сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше, чем сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше, чем сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Соперник теперь с мячом. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше, чем сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше, чем сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Их сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше, чем сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня и футбол сделает его только лучше, чем сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень многое. Стартовый состав гостей. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех.